Приветствую вас на канале Тонечкины рецепты. Сегодня мы будем готовить тушеное куриное филе. Для этого нам понадобится 800 грамм филе куриных грудок, 3 луковицы, полстакана подсолнечного масла, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка приправы смесь перцев. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Лук нарезаем полукольцами. В сковороду наливаем подсолнечное масло и нагреваем его. Затем выкладываем лук и обжариваем до золотистого цвета. Затем выкладываем филе куриных грудок. Периодически все перемешиваем. Затем солим. Посыпаем приправой смесь перцев. Все перемешиваем. Закрываем крышкой и тушим на маленьком огне 5 минут. Тушеное куриное филе готово. Приятного аппетита!